Всем привет! Меня зовут Настя, я живу в городе Тюмень. Не обращайте внимания на моего кота. Мы решили пообниматься. В общем, о марафоне я узнала случайно. Мне предложила поучаствовать в нем моя коллега. Когда я вообще ознакомилась с правилами, целями этого марафона, я поняла, что это именно то, что нужно сейчас мне и моей семье, разобраться вообще в себе. Потому что у нас были большие недопонимания между нами, супругом, мы очень часто ругались. И когда я начала именно уже участвовать в марафоне, я поняла, что во многом виновата я сама. Мы со стороны себя не видим, и нам кажется, что мы ведем себя идеально, но на самом деле это не так. И это понимаешь, когда выполняешь ежедневные задания марафона. Они очень интересные. Ты заполняешь отчеты и начинаешь как-то стараться себя изменить. Не скажу, что было совсем легко участвовать в марафоне. Были какие-то моменты, какие-то задания, которые я пропускала. Но в любом случае это помогло мне поменяться в лучшую сторону и вообще, в принципе, спасти наши отношения. Я очень благодарна всем организаторам, в том числе Ольге Валяевой и моему куратору, за то, что вообще дали такую возможность поучаствовать. И, конечно, я получила замечательную просто книгу от Ольги Валяевой «Предназначение быть женщиной». Эта книга просто, она на вес золота. Мне хочется дать ее каждой своей близкой подруге, чтобы они также прочитали и много узнали вообще, в принципе, о отношениях, о своей природе. И там та информация, тот багаж знаний, который должна знать просто каждая. Я надеюсь, что этот марафон помог не только мне, но и всем участницам, которые принимали свое участие в этом марафоне. Моя жизнь, могу сказать, вот за этот период времени изменилась кардинально. Начиная от того, что я уволилась с нелюбимой работы и начала вообще просто по-другому относиться к своей жизни. Большое спасибо вам! Thank you.